Сегодня 7 июня. Зацвел горошек лесной. Вицца сливатика. Беленькие цветочки у него. Такие нежные. На ощупь очень листочки. Легко. Один из тех горошков, которые легко узнавать без каких-то определителей. Что тут у нас еще? Какая-то ясколка цветет. Это уже не бобовые, это уже у нас гвоздичные. Что тут у нас еще? Еще какие-то горошки. Здесь не сказать точно не могу. Может быть, крупнолодочковые. Но с горошками не просто. У нас очень много видов. Сколько? 10? Больше? Не знаю, надо уточнить. Такие узкие. Ну, по-моему, это не мышины, не горошек мышины, а какое-то вот что-то такое. Мегалотропис, мутикаулис. Точно не скажу, что у нас еще цветет. У нас цветет миголовник. Вероника цвела. Зубник наливается клубненосный. Но еще только наливается. Вероника у нас какая тут? Вероника Крылова цветет. Посмотрите, какая красота. Вообще. Ну, конечно, змееголовник, я вам его уже показывала. Это тоже семейство, что и зубник. Пряные такие травы у него, пряный такой запах. А, беленькая, такая махровая зелень. Это у нас тоже Вероника. Седая, но еще нет бутонов, пока ее не вижу еще. Рановато. Ну, а так все лезет. Зелень поднимается уже сантиметров 20. Это Вероника наша Крылова. Полыни. Тут я иду такой склончик степной. Полыни. Прекрасный запах. Потом истот. Истот у нас цветет. Сейчас полегала хибрида, наверное. Истот гибридный. Это отдельное семейство. Хоть издалека он немного похож на змееголовник. Ну, это совсем сдалека. Совершенно другое растение. Тоже у нас несколько видов истодов произрастает. Еще, кроме того, что там злаки какие-то наливаются. Да, мы что можем видеть, что зацвел подорожник. Медиа средний вот цветет. Да, что тут у нас? Это у нас тут что интересно? Что-то из гвоздичных. Не могу сказать точно. А, ну что еще? Ну, конечно же, начала цветение свое. Это разоцветный. Лесная клубничка наша. Шагария. Ну и сейчас цвету, да, герани. Всевозможные. Может быть, псевдосибирская это. Да. Что тут у нас еще? Ярко. Вот тут вот прям клубника, смотрите, такой. Создают картинки такие, аспект целый. Скоро-скоро ягодки, да? Ну и бобовые, не только горошки, но и чины зацвели. Вот чина низкая, по-моему, Latiris humilis. Обратите внимание, у него очень красивые тоже цветы. И лист такой характерный. Какой-то слегка кругленький. Листочки на листьях тоже зацвела. А вот какой-то еще один горошек вицца. Другой, не те, что я вам показывала. Так, ну что еще под ногами? Манжетка зацвела. Очень ценное растение тоже. Это же одно то же самое семейство, что и клубничка, да, лесная. Одно семейство. Разоцветное. И чина гмелина вот из бобовых. Тоже зацвела, смотря красота. Так, и что у нас тут еще нам встретится? Что же тут нам встретится еще? Это прострелы наши отцвели. Плитиковые. Какой лист у него, да? Вау. Лист позже вылазит. Так, наливаются. Это у нас семейство сложноцветные. Наподобие одуванчиков такие растения. Этот рамсдорфия наливает свои бутоны. Скоро-скоро.
Ну, чуть позже. Что тут еще у нас? Это вот что-то из лютиковых. Это прямо лютик какой-то. Маленькие бутончики. Лютики у нас ядовитые, мы все помним об этом. А вот, допустим, селезник тоже семейство лютиковое. Такой другой. Такой другой. Так, злаки. В общем, лето входит в свои полноправные права. Герани. И прямо радует нас. Каждый день что-то новое, какие-то открытия сплошные. Да, сплошные открытия. Вот еще один горошек. Вот этот, наверное, мегалотропис. Тот был предыдущий мультикаули. Видимо. Поднимается клопогон. Еще один представитель семейства. Лютиковые тоже. Такой вот. Вот, обратите внимание. Совсем только поднимается. Это высокое растение. С мини-ростом может быть 1,60 м, да, 5. А, и если сорвать кусочек листика и потереть его, вы почувствуете запах. Кто-то говорит клопов, кто-то говорит коньяка. Мне кажется, пахнет грибами. Ирисы доцветают. Где-то только зацвели, да, где-то где больше тени. Это наш касатик русский, ирис русский. Так, проломнички зацвели. Некоторые вот начали цветение, очень нежные такие создания. Вот, возможно, это какой-то септентрионале. Я что-то брать не буду. Ну и брать его сейчас не буду. Надо просто зайти в онлайн-гербарий и посмотреть. Здесь сосничке сухом. Козелец, это тоже сложноцветный. Лиастровый зацвел. Касатики еще в цвету. Фиолетовые. Ирисы, да? Ну, что тут поднялся травостой? Все зазеленело. Не так хмуро. Сейчас пойдет дождь, наверное. Нужно заканчивать дела и топать, наверное, отсюда. Застрела ветреница. А, господи, нарциссовидная или как-то. Анимонастром кренита. Анимона кренита, в общем. Вот ее лист прикорневой. И сам цветок. Представляете, считайте, тоже ветреница. Красотка. Княжик прямо в лесу. Наша сибирская лиана. Но тут он такой. Обратите внимание, это вот все. Одно растение стелится. Стелится и вьется. А на кусту вижу, тоже сниму. Княжик. Атрогена специоза, по-моему. У брусники свежий прирост. Обратите внимание, какие салатовые верхушки. И вот лист брусники, да? Красотень. Красотища. И прямо вот так вот видишь, что свежий прирост уже, ну, да, салатная зелень прям. Ну и, конечно, зацвели жаркие. Это вы уже, наверное, все видели, знаете. Наша прекрасная купальница азиатская в цвету, а местами по различным лугам образуют такие поляны. Как говорил Николай Витальевич Степанов, наш крутейший ботаник, это море огня, живого огня, в который ты можешь зайти и не сгореть. Ой, это вообще таежное растение, темнохвойки, вороний глаз четырехлистный. Смотрите, четырехлистный, да, в названии, но мы здесь видим 5 листов, это вполне нормально в ботанике. Здесь тоже 5, а так в основном вот 4 листа, четырехлистный, квадрифолия, да, парис квадрифолия, латинское название. И тут я хотела вам показать именно это вот цветок этого растения. Ягоду, наверное, многие видели. Такая крупная, черная, можно спутать с черникой. Но это ядовитое растение, нужно быть очень внимательным. Никакой
Никакую ягоду нельзя совать в рот, да, если не знаешь, что. Это его цветок. Вот на него хотела обратить ваше внимание. Посмотрите, какой необычный. Необычный цветок. Без лепестков, в прямом смысле этого слова, как вы привыкли. Там беленькие, розовенькие, голубенькие. Интересно, да? Оранжевые луга. Море живого огня. Да? Обалдеть, здесь прямо вот их много. Ну, это уже совсем город Красноярск. Ятришник шлемоносный, представляете? Тут мы нашли, зацвел такие куртины. Цветочки. Беленькие цветочки. Красивые. Да. Вон пчелка летает. Вон она. Пчелка.